Всем привет, друзьяшки, ребятяшки. Значит, что мы делаем? Мы сейчас находимся в Сочи. Как мы избранные знают, кто заходил на наш эфир, вот что нам нужно сделать ТО машине. Вот это будет, мы будем делать его в Сочи. Ну и поэтому мы поехали чуть пораньше. У нас сейчас будет часик где-то до того, как мы выдвинемся на ТО. Куда ехать теперь? Так, а ты карту закрыл, что ли? Мы хотим поехать в Ривьера парк. Отель, кстати, Ривьера вот был вот там, вот мы только что проехали. Вот, снимаю чуть-чуть Сочи. Карту открой. Да подожди, Жень. Вот сейчас вам чуть-чуть поснимаем тут. Кстати, что хочу сказать. В Сочи мы встречаем людей в масках почаще. Около магазинов, аптек, смотришь так. Люди некоторые в маске, потому что в Адлере вообще единица. Вот. Едем рядом с пальмами. Вот, вот, вот это же. Да, да, вот. Я говорю, там... Мы с Бамбуковой ехали как раз по этой улице, я вспомнил. Там же отель. Вот там отель был прям. Мы сейчас приезжали, тоже Ривьера назывался. В общем, мы пойдем сейчас вот в этот парк погуляем. Походим, поснимаем. Ну и где-то через часик, да, в 4:20 мы будем выдвигаться на ТО. Ну, мне кажется, времени вполне достаточно. Только нужно будет найти парковку. Угу. Где-то припарковаться. Парковка была вон там раньше. Да, мы вот так вот шли. Это был 14-й год. Да, все то же самое. Смотри, ничего не изменилось. Только тогда мы не снимали тогда. Да, мы тогда не снимали в Сочи. Да, почему только фоткались? Почему фотку не снимали? Да, мы почему-то только фоткались, у нас куча фоток, а мы еще видео просто не снимали. Эх, упущение. Да, то, что так-то мы хорошо знаем здесь вот этот район, потому что до Адлера и до Анапы мы ездили в Сочи именно и жили в Сочи. Улица Бамбуковая. Да, улица Бамбуковая, там ходили на пляж, там один из пляжей, которые как бы, ну, песочные в Сочи, потому что сейчас Сочи в основном галечный. Направо. Угу. Вот в основном в Сочи все галечные, а вот там вот на Бамбуковой не спускаться, то там песочно такой, ну, волны очень сильные. Угу. Не знаю, нам так везло или нет, но, в общем, опасненько так было там. Вот, ну и мы тогда гуляли, мы тогда у нас, да, все Сочи проходили, вот мы же были вот этом порт, везде, да, и только фотки, только есть. Фотки. Парковка. Вот парковка, да, которая это. Это кафе, которое. Да, вот, кстати, вот здесь вот была плохая погода, и мы решили зайти вот в это кафе. Как раз поставили машину на парковке, был дождик, и мы решили, пойдем перекусим. Вот там нас надули так прилично. В общем, ценник получился бешеный, хотя, в принципе, ничего такого мы не заказывали. Ну, мы борщ заказали, там какая-то картошка фри, то все. Вот. В чек внесли даже, внесли нам 4 булочки к... Дети заказали булочки. Нет, они не заказывали вообще. Ну, как бы борщ принесли и принесли булочки к этому борщу, вспомни. Да-да-да. Вот. Мы их не заказывали. В итоге одну булочку мы съели, 3 она унесла обратно, в чеке пробили 4 булки. Во-первых, мы думали, что это идет к хлебу, ну, это идет к супу, потому что мы не заказывали отдельно никакие булки. Вообще, мы бы их и не заказывали, потому что почему мы вот не съели? Ну, там раз принесли, там Даня, по-моему, съел или кто. А мы вообще не ели, зачем нам они, да, правильно? Вот, так они принесли нам самовольно, ну, так бывает, что ты блюдо заказываешь, а к нему идет что-то, правильно? Да. Вот, ну, то есть, как бы, соус, это все, и, как бы, это, как говорится, в общем, эти булки стоили что-то по 50 рублей каждая, то есть, 200 рублей, хотя бы съели только одну, и остальные унесли, самое главное, вот. В общем, там что-то было все по 100 грамм ценники, в общем, в итоге вышел ценник вообще какой-то бешеный, все не так было, как на самом деле, как это они там понапихали дополнительных этих... Вот, ценников. Ну, что делать? В общем, больше мы туда решили не ходить. Так, выходим. Припарковались. Так, ну что, друзья, закрываем машину. Стеклышки сворачиваются. Все. Карту нам дали, да? Не карту, дали бумажку какую-то с печатью. Ну, можно выходить там вот так. Нам не надо сейчас идти к ним, да? Ничего? Нет, это оплата при выезде.
Ну вот, да. И вот так вот. Тоже тут буйство красок. Ну только что это все устроено разное, все Сочи. Климат субтропический. Везде вот это, видишь, красиво, тебе нравится, которая. Да. Такие, что они молодые. Молодые иголочки. Их что-то. Пальмы. Сейчас еще кустов не цветущих. Когда еще цветы цветут. Вообще красиво, помнишь? Угу. Еще цветы везде цвели. Да. Вот кусты, которые розовые, да. Вот только начинают, видишь, цветать. Угу. Вот этот, по-моему, цвел все время. Фоткалась на фоне него, помнишь? Вот это очень кусты цвели. Красивые. Это будет памятник. Памятник воинам. 1986-1990. Угу. Это про Чернобыль. Чернобыль? Да. Это... Что это? Там был... Солдату сочинцу. Да, или сочинцу. Мать смотрит, вообще не смотрит. Вообще все равно. Но я считаю, что нет, ну, давай такие цветы ходить, понимаешь, это как бы уже надо. Это же не одуванчики. Это капец. Надо как-то говорить. Вот. Память пропавших без вести, но это во время Великой Отечественной войны. Вот 9 мая было, смотри, цветочки там возложены. Но воздух хороший. Сегодня так, свежо и не холодно. Тормознемся пока, да? Да. Что, идем через мост? Где Жень? Да, покажу здесь. На речку покажем. Уху, ёху, нифига. Страшно? Нет. Нет? Так, ну что, друзья, дошли мы до парка Ривьера. Смотрите, написано «С Днем Победы». Там музыка играет военная. Покажи эту ракушку. Часики. Часики правильно идут? Половина. Да, правильно. Ну, здесь есть маскотки, потому что хочешь фоткать? Не, не фоткать, хочу. Красиво очень оформлено. Да, очень красиво. Класс. Так, ну музыка, я не знаю, надо будет перекрывать. Слова народная, музыка народная. Да, но... Все равно блокируют. Да. Ютубу все равно. Угу. Поэтому выключаемся. Ну тебя отойдем, а думаю, будет меньше. Эй, козырят. Заряжайся. Ага. Конечно. Дай, конечно, мы слушаем. Смотри, соблюдать масочный режим. Так, масочный режим, где же маска? В масках никого. А зачем в парке соблюдать? На все идут отдельно. Нет, здесь не надо соблюдать. Надо смотреть, где трешься, обнимаешься, целуешься в десну. Ковато. Великана. Сапога под спожей. Да, лавочка. Thank you.
мороженое. Айсир. Да. Смотри, как из клейки. Малочки, да. Да. Не знаю, что ты с телефоном, да. Сфоткаешь меня? Люблю Сочи. Ну что, здесь тоже? Какой космонавт? Кстати, вот этого не было, вот этих двух фигур на лавке. Не было? В прошлый раз. Что-то новенькое все время придумано. Так должны придумать постоянно новенькое. Помнишь, стали динозавры? Тоже надо сказать, сам является. Ага. Мне очень нравится. Борис, ты не знаешь, что это. Я в этом не разбираюсь, это садовод. Что, если кто разбирается, пишите, что это. Не надо мне писать, что это все не то. Потому что я реально не знаю. Ну, вот сколько их, да, всяких хвойных. Как их тут называть? Пират. Пираты шумят. Да, комната страшная. Я не хочу. Это страшно. Страшно, да? Что только мне насадили тут, смотри. Какая-то стрела. Ой, замочки смотри. Надо было нам тоже замочек сюда привезти. Зачем? Зачем, зачем? С рекламой. Сережа, Женя, лайк на YouTube. Смотрите. Если только так. Мы тут были. О, что за два Геракла? Рыком у жопу надёрли. На счастье. Все за жопу хватают. Даже блестит у него. Рада, что не другое место. Ага. А другое место тоже. И пятку. И то место тоже натерли ему. Кошмар, бедный мужик. Ему все натерли. Смешно. Зоопарк. Ну это был, кстати, зоопарк. Помнишь? Называли. Да. Мы будем мешать все по старинке надежно. Это для деток маленьких. Ловить еще. Шары лопали, шары, кстати, мы лопали. Помнишь где-то? Они плохо надуты, лопнуть очень сложно. Таких хорошо, таких плохо. Никогда не выберешь. Максимум выберешь вот средний приз, который там маленький. Невозможно их хлопнуть, они визуально надуты неправильно. Их можно до основания продавить, ничего не лопнет. Еще и дротик тупой. Да. Больше это для сходки. Давай. Комната страха,
Маленькие скамеечки. Как вам, друзья? Хочешь теннис по ней поиграть? Вот, друзья, конный театр. Уроки верховой езды. Я тоже хочу ездить. Такие песни хорошие играют. Нужно будет закрывать. Кошмар вообще. Что за бред? Тут я не понимаю этого. Вообще старые песни. Прям какая там состояние у них. Вот, вот что они, да, вот я не помню. Что это вот такое вот? Нарушение авторских прав. То, господи, смешно. Как будто там, не знаю, какую-то дискотеку устраиваю. И деньги надо там зарабатывать. Ну что со... Где-то на фоне играет. Тем более уже все эти, многие певцы уже и нет. Их это достояние страны. Придумывали эти песни, кто? И люди, и кто угодно. Не, ну, конечно, есть композиторы, которые позвали. Это какой фонтанчик. Вот интересно, когда телевидение... Давай, тут меня фоткай. Давай. Олег, не хочешь поиграть, Жень? Повернись. Илья. Ты кого берешь, Жень, тебе? Кадилогену? Или Чебурашку? Привет, Женя, привет! Сейчас тебя щелкнул. Сфотографировал. Так вот говорю, когда телевидение берет с YouTube кадр, берет и кадры, все, никаких нарушений прав. Написали внизу, с такого канала, и все. А тут чуть-чуть что-нибудь это, как вот это, там вообще звук был выключен, что-то в кадр попало, там в углу шоу-маски, все, авторские права. Ну, не офигели они. Да. Только путь нам можно снимать, новогоднюю ночь. Ничего не блокирует, да? Прыгают. Оп. Собаки спят. Собаки спят. Сиеста. Под музыку устой, да? Это выглядит странно. А с кого-то не того. Нет, они дрыхнут просто. Мне этот парк ночью нравится, классно. Да, они маленькие, поэтому... Ладно, дом. Вверх, дом. Вы дошли так до конца, да? Кепки, Жень. Вот это мне нравится. С сипсами. Ты хочешь такое? Так, это под музыку тоже заблокируешь. Да мы ее замажем, мы замажем. Я то что-нибудь другое вставил бы. Крикном ниже. Крикном. Вот так вот он выглядит. Нет,
встреч. А, на скорой спрашивает, да, его? Да. Карта парка Ривьера. Ну, пойдем глянем в карту, идем обратно. Да. А туда тоже. А тут мы не гоняли, Жень, с тобой? В Анапе мы точно гоняли. Да. И в Одессе. О, круг выполнен. Цель упражнений достигнута. Офигеть. Мы находимся здесь. Куда там? Дельфинарий, Судак, Лудово. Сейчас вот мы по центральной аллейке шли. А что за дача в Лудово? Что? Куда дача в Лудово? Не знаю. В общем, так вот. Теперь идем. Вот, вот тут мы катались. Я каталась точно по другому зданию, с кем мы здесь, а вот так. Здесь, да. А кто-то боялся кататься. На это, что? Ну, я не помню, какая-то была штука такая. Так, то вон там дальше было. И черт да, колесо да. Мы тоже катались. Музыку поставишь, сейчас мы сейчас пойдем. Я от музыки не выслушаю, скажу. Это была колонка. Короче говоря, вот это то, что я показала пальцем, это был не камень, это была колонка, колонка. Мы случайно увидали, потому что она стилизована под камень. На самом деле, таких камней здесь очень много. Это все колонки. Кинарим, друзья. Шоу крокодилов. Ой, боже, а почему в глаз? Рыбы что-то правда, у нее кровь потекла. Боже, что за ужас. Я уже туда не хочу, шоу крокодилов, это, наверное, рыбу жрут. Какой кошмар. Не пойдем туда. Для диета. Да, везде камни. Да. Камень играет. А тут подсветка, видишь, как классно. Ай, корабль почти упал. Ты все равно идешь, что-то новое видишь, да? Угу. Я твои виды якорь. Давай я зайду просмотр. Смотрите, была вроде такая отличная погода. И вот только мы сели в машину, пошел дождь. Вот это Сочи. Может быть, солнце, потом дождь, а потом опять вон там уже небо. Угу. Чистое. В общем, субтропики. Как говорится, вот мы проезжаем вокзал. Тут пока в пробочке чуть небольшой стоим. И вот я сниму его. Как это выглядит. Вот так это выглядит вокзал. Так, видите, какие номера машин? Много отдыхающих. Не все местные. Мы так успеваем, в принципе. Ну да, в принципе, она к 5 часам. Она к 5, а сейчас половина. Это автовокзал Лыс в одном месте, НЖД и авто все в одном месте. Ой, слушай, вспоминаю, здесь сейчас туда повернешь налево, где автобус, потом еще налево, и будет вкусная столовая. Да, где мы кушали. Угу. Не KFC, а именно нет, столовая, именно столовая, да? Да, вот туда, туда. Ладненько. Выключаю. Сережа уже будет снимать там на ТО. Угу. Что там будут делать. В общем, друзья, мы устали. У нас время уже, представляете, 8:30. Вот. И решили мы ни в какое кафе не ходить, ничего. Заехали в Магнит. Как раз ехали мимо вот этого большого хорошего Магнита. Купили рис басмати. Вот. В пакетиках. Вот сейчас Сережа уже кинул. Купили стейки. Стейка со специями не было, так что пришлось отдельно. Отдельно купить специи. Да, да, да.
тоже знаешь, да? Нет, вот это и все. Перчишь. Как ты не сняла верхнюю, что ты перчишь? А, ну не надо снимать. Иди делай сюда раковину. Да не надо снимать. Вот все, давай сделаем. Ну, купили такой приправу. Давай сделаем, да, снимаем. Но это мелкий помол, можно сделать покрупнее. Вот это крути туда. Да, вот это будет самый крупный. Вот еще купили помидорчики, огурцы, лук, салатик сейчас порежем. Это надо перевернуть сейчас будет, сейчас я когда побольше сделаю огонь. Вот, перевернуть и с той стороны потом это. Вот, в общем, видите, что мы купили? Еще вот такие салатики. Вот такой салатик какой-то свежий. И здесь написано с мясо копченой курочкой салатик. Вот, тоже вкусно. Небольшой взяли майонезик, потому что не хотим выкидывать, а маленький такой, малюсенький. Вот, ну, это, чтобы было на всякий случай, вот грибочки, банки, в общем, у нас все есть, сыр взяли. Да вон у нас еще сколько огурцы тут, банки всякие разные. Вот такие еще взяли, так, бандуэль какую-то банку, соленые огурчики, все простые огурцы. Томатный сок, там две пачки. Сереж журнал взял за рулем. Вот журнал за рулем. Ну, сухарики, все. Это вода Бонаква. Но мы ее не покупали, это мы ее пили. Вот она уже начатая. Так что можно пить. Вот. Так вот такие покупочки сделали. И будем уже отдыхать, кушать, потому что сил нет еще идти до кафе, там тоже будут готовить. В общем, еще надо обратно идти. А уже хочется на диванчик прилечь и смотреть телевизор, отдыхать. Правильно? Не знаю, не знаю. Ну, как, по крайней мере, не так сказать. А вот еще и салат купили. Зеленый, в общем. Бананы не брали. Да, бананы были. Ну что, посмотрите, какую красоту мы с Сережей сварганили. Но скорее даже Сережа сварганил. Я только раскладывала. Там чуть-чуть один раз помешала. Все. Видите, салатик, рис. И такое сочное мясо. Сережа прям классно готовит его. И соус у нас к мясу. Кисло-сладкий, по-моему. Идем кушать? Да. На сегодня наш день окончен, так что всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!